Будущее культуры должно быть цифровым. Скоростной интернет и мультимедийное оборудование в ближайшее время появятся в Козьмодемьянске. На базе Центра народной культуры имени Якова Эшпая создадут виртуальный концертный зал. Работа ведется в рамках федерального проекта «Цифровая культура» и нацпроекта «Культура». Напомню, что еще в марте этого года наш регион принял участие в конкурсном отборе субъектов на предоставление средств на реализацию этого проекта. В итоге он был поддержан, получил максимум баллов. Проект стоимостью в 5 600 000 рублей будет реализован в Козьмодемьянске в предстоящем театральном сезоне. Отмечу, что впервые виртуальный концертный зал появился в Йошкар-Оле в ноябре 2018 года на базе Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Эрика Сапаева. Уже тогда у жителей республики появилась возможность в прямом эфире и в хорошем качестве слышать и видеть выступления именитых музыкантов на сцене концертного зала имени Чайковского. Мы с вами уже в горномарийской стороне получим вот такой же уникальный, даже, может быть, в какой-то степени лучший, потому что на виртуальный зал Козьмодемьянский больше денег выделено, и поэтому это позволит, во-первых, улучшить состояние самого концертного зала, ну и прежде всего привлечь культуре, о чем мы говорим, как национальный проект культура, творческие люди, как можно больше вовлечь в культуру и искусство граждан нашей республики. Данный проект, он такой образовательный именно для подрастающего поколения. Как еще может ребенок, находящийся в Козьмодемьянске, ну даже в Йошкар-Оле, оказаться онлайн в концертном зале Чайковского? Вот эта возможность быть причастным происходящему в эту минуту в Москве, вот в столице Родины, тому или иному концерту, а как правило, в зале Чайковского, все мы знаем, играют выдающиеся оркестры и дирижируют выдающиеся музыканты. В рамках проекта «Цифровая культура» Национальная библиотека имени Чивайна приступила к реализации проекта по оцифровке книжных изданий для включения их в Национальную электронную библиотеку. Здесь планируют сохранить в цифровом формате самые ценные книги из фондов библиотеки.